Он идет! Он идет! Откуда? Откуда он идет? Здесь, а где же он? Ой, нет, нет, нет! Привет, привет, друзья! Вы на канале Мульти Пульти! Всем вкусняшек и мороженок! И сегодня у нас ФНАФ! 5 ночей Фредди Овернайт! Первая часть! Вот они, мои аниматроники, которые сегодня будут меня пугать. Итак, поехали! Первая ночь! Ух, круто! Итак, ребята, я нахожусь в пиццерии ФНАФ, и я играю за охранника, да. Так, понятно, как всегда, два входа и два выхода. Так, мониторы. Ну, все понятно. Сейчас только закончится телефонный разговор. И аниматроники попрут. Так, смотрите, на первом мониторе Чика. Вроде бы и Фредди. На втором был Фокси внизу стоит. Так, ладно. Ух, жесть. Вот это жесть. Ладно. Давайте, аниматроники, попугайте мультипульти. Скрипят, начинают. Слышите, ребята? Потихоньку начинают раздаваться какие-то скрип. Опа! Так. Первый экран, Чика на мел. Фредди идет! Так, сейчас будем. Фредди. Или то Бонни был! Или Фредди, или Бонни сейчас запрется! Ну! Куда он делся? Блядь, кто там? Чика, ребята, Чика пропала! Так, тихо. А ну-ка, ой, Чика, нет! Куда ты? Так, отлично. О, есть! Так. Чика, какая хитрая, хотела забраться ко мне. Фух, я успел, ребята, все. Слышите? Ля-ля-ля! Опять кто-то сюда сейчас пойдет! Или Фредди, или Бонни! Откуда идет? Слышите, идет! Откуда? Капец, ля, как они хитро скрипят! Они ходят вокруг! Создают панику! Мне страшно! Ёлки зеленые! Вообще непонятно, откуда могут зайти! Ладно, ждем, ребята, ждем, там пусто. Так, Чика с этим, или с Бонни, или с Фредди куда-то свалила. Так, там Фокси, ребята, Фокси сидит на месте, ладно, это уже полегче. А эти трое дружбанов, ходят, опа, Фокси, успел, ребята, жесть. Я успел спрятаться от Фокси, крутяк, так? Заметили? Фокси очень быстрый, нереально быстрило! Я только убрал камеру, хорошо. Пугайте. Ух, скрипуны. Самое противное это этот скрип. Мне кажется, что они все время хотят зайти ко мне в мою комнату. Ну ладно. Ладно, ребята, ничего. Я знаю этих аниматроников, как облупленных. Пусть попробуют меня обмануть. Хотя не факт, ребят, они тоже, я думаю, они с каждым разом тоже приобретают какие-то навыки. Ну ладно, они же бессмертные, вы же знаете, аниматроники, они же железные. С ними никто ничего не может сделать, никто. Ну, единственное, если их поместить в какую-нибудь лаву, но если они сделаны из термостойкого материала, из какого-нибудь легированной стали, то капец, ничего с ним не будет, да, он только раскалится. И будет ходить раскаленный еще страшнее. Так, ребята, три часа, я держусь. Крутяк, ладно? Так, они все бродят, слышите? Бродят. Ведь аниматроники.
Да, было бы неплохо их зажарить с маслом, да? Или нет? А? Интересный вопрос, да? Зажарить с маслом аниматроника. Да. И что будет? Он же железный. Ничего не будет. Ничего с ним не будет. Вари, не вари. Жарь, не жарь. Ничего. Они шаростойкие, ударопрочные. Они специально сделаны, чтобы с ними ничего не могли сделать. Так ладно, ребята, три часа. Они все ходят. Ходят и пытаются меня напугать. Я их жду. Я слежу. Так. Конечно, напрягает чуть-чуть. Я не могу расслабиться. Мне все время кажется, что они хотят зайти ко мне в комнату из-за этого скрипа. Тихо-тихо! Кто там? Ой-ой-ой! Фокси! Это был Фокси, да? Да, был Фокси, ребята. Ой, жесть! Фух, напугал меня. Это, я же говорю, эти звуки. Я еле успел крестиком нажать, чтобы дверь закрылась. Хорошо. Так, четыре часа, уже полегче. Так, заряд батареи Power Left 622. Заметили? Чика, Бонни и Фредди где-то притаились. Они где-то притаились, может, выскочить хотят на меня? Ну ладно, я готов, аниматроники. Пока здесь самый быстрый Фокси. Его нужно опасаться. Походу, здесь все так сделано, чтобы не впопад выскакивали аниматроники, да, ребята? Я же играл во вторую часть Overnight. Там аниматроники ходят за мной с красными глазами. Я должен залазить под стол, чтобы прятаться от них. И заводить все время марионетку. Кстати, если захотите, я еще могу поиграть в эту игру. Overnight Reborn 2. Ну, короче, а это первая часть, в нее я еще не играл. Так, ну где? 5 часов, я с вами заговорился, не заметил. 5 часов, я держусь, ой, мне уже радостно. Только бы не профукать, только бы... Опа, ля, как прикольно, подсветочка. Лайт. Только бы не профукать, сейчас как выскочит кто-нибудь. Держись, держимся, ребята, они где-то лазят, где-то бродят. Так, нормально, ребята, наверное, чуть-чуть, я должен еще чуть-чуть, 5 часов. Так, ой, все страшнее эти звуки. Ну как страшнее, не страшнее, они просто тебя напрягают из-за того, что тебе кажется, что они залезут. Так, ладно, я должен продержаться, я хочу продержаться. Иначе я вас расплавлю, аниматроники. Хотя, как я их расплавлю? Что я такое говорю? Что я говорю такое? Я сам в шоке от себя. Да если поймать аниматроника, ух, красота. Если поймать аниматроника и кинуть его в вулкан, в лаву, так и он все равно, он раскалится. Лава будет течь. Он спокойно из нее вылезет раскаленным. Потом догонит, схватит своими раскаленными лапами, лапищами. Ух, мало не покажется, не... Ребята, это круто. Все, я продержался. Нормально, отлично. Ну чё, давайте вторую ночь, ребята. Quite hard. Опа, тут уже будет что-то пожестче, ребята. Покруче. Мне кажется, сейчас будет... Аниматроники будут выскакивать из всех мест подряд. Ладно, внимание. Так. Ждем. 12 часов, все на местах. Фредди, Фокси, Чика, Бонни. Только Бонни не видно, ребята. Вот Бонни нет. Бонни я не рад. Тихо. Кто там идет? Бонни пошел возле Чики. Сейчас зайдет в эту дверь. Смотрите, ша стоит. Так, ждем. Где-то... Тихо. Пожалуйста, кто идет? Кто так, Чика на месте? Кто там? Кто-то идет? Чика! Есть, фух, ой, успел. Фух, она... Откуда она появилась? Она была на месте. Крутяк, как она быстро шелохнулась. Ну ничего, так, ладно. Ждем. Фух, крутяк.
Ладно. Ничего-ничего. Я первую ночь справился и вторую справлюсь, ребят. Нормально, нормально, все нормально. Контролируем. Самое главное — контролировать камеры. Мониторы, вернее. Была бы вот эта камера справа, там где все камеры, может, было бы полегче. А так мне приходится вращать фонариком туда-сюда. Очень неудобно. Ну, хотя, я, мне кажется, я уже привык, поэтому нормально. Так, они начали ходить, ребята, слышите, шастают. Шестуны. Ух. Ой-ой-ой, страшновато. Сейчас как заскочит. Непонятно кто, непонятно откуда. Еще две двери, одна слева, другая справа. Пока фонариком туда, потом обратно. Они могут за это время заскочить. По-любому, ну да, ребята. Ладно, ждем. Ой-ой-ой, жесть. А, кстати, ребята, кому нравится ФНАФ и 5 ночей Фредди, вы знаете, что делать. Я вам даже говорить не буду. Да, и мы продолжаем. Так, где там эти аниматроники? Где они? Ну где? Ну, короче, лайк надо поставить, вы же знаете или нет. Лайк, подписка и колокольчик. Вот. И для вас буду стараться выпускать видосики про аниматроников каждый день по 3 раза. Ха? Нормально по 3 раза, а? Будете рады или не рады, а? Ой, тихо, Фокси! Быстрее! Есть! Ой, ю-ху! Ну чё ты, спортсмен? Крутяк, ребята! Я справился с Фоксиком, но он быстрый! Он реально шустрый такой, скоростуха! Ладно, хорошо! Так, 2 часа, ребята, 2-я ночь, и я держусь! Посмотрим, что будет дальше. Так. Сейчас, походу, смотрите, ребята, по логике вещей, Чика была. И в самом начале прошел Бонни, он появился. То есть, значит, что он есть. Понятно, да? На меня нападал 2 раза Фокси, Чика. Соответственно, кто еще на меня не нападал? Ну правильно, конечно же, Фредди. Скорее всего, сейчас он полезет. Только куда? Куда он полезет? По-любому, Фредди, ну по-любому. Я его знаю, он такой. Он из-под тишка потом как выскочит. И все, и пиши пропало, заколбасит. Потом... Короче, колбаса получится, варенка с меня. Вареный мульти-пульти, видели такую картину? Или жареный, если он меня зашарит. Тихо, ребята, что-то там больше шустрит. Я сейчас опять с вами начну разговаривать, заговорюсь, и он меня заколбасит. Ну, не знаю, я предполагаю, что это Фредди. Ладно, а может и не он, да? Может опять Фокси побежит, а может Бонни? Ну ничего, ждем, ребята. Три часа. Я молодец, я крутой. Крутяк, ребята, 3 часа. Ой-ой-ой, тихо. Так, кто там? Чика пропала. Мама, началось. Чика пропала, ну где она? Капец, что она не идет? Видали? Пошел, кто-то пошел. Это он. Так, ну где он? Это он или нет? Идет! Ой, нет! Не успел нажать, видали? Ну как я это так и знал? Я и говорил! Вылезет и заколбасит! Капец, видали, да? Я в шоке, он пошел слева, вот тут шел! Как он мог оказаться справа? Капец, ребята, вот так вот, я был прав! Это был Фредди. Ух. Шатуны. Скрипуны. Ну ладно. Ничего не поделать. Так. Сейчас еще раз попробую пройти эту ночь. И я думаю, что все будет нормально. Ух, как он меня напугал. Так, ладно, ребята, Чика. Так, есть. С Чикой попроще. Она не смотрит, куда идет. Задрала голову. Могла бы даже промахнуться дверью.
Так, и Бонни, если вы заметили, Бонни тоже шастает, но не заходит. Походу, это Shadow Bonnie, он появляется. Опа, тихо, видали? Видали, на мониторе было. Руки чьи-то. Я видел. Но они шастают вокруг, но пугают меня, но не заходят. 100% этот был Shadow Bonnie, ну стопудово. Так, Фокси остался. Сейчас, наверное, так, час пока еще нет. Сейчас попрет или Чика, или Фокси Скоростун. Ну ладно, ребят, я хочу пройти эту ночь, я хочу ее пройти. Так, Фокси быстрый, два раза будет бежать, это мы знаем. Потом в 3 часа должен появиться Фредди. Ну ладно, буду ждать. Так, ну конечно, все может поменяться, я не знаю, какие алгоритмы в этой игре. Может, здесь закономерностью и не пахнет. Посмотрим, посмотрим, ребята. Ух, как же я люблю, страшилки и ФНАФ. Особенно вот такие прикольные, когда знаешь, что тут бродят мои дорогие аниматроники, которые знают, что я тут сижу с другой стороны и хотят меня напугать. Попробуйте! Попробуйте, да! Я слежу за вами, понятно? Да. Вот так вот. Они знают, что это я, поэтому по-хитрому поступают. Аниматросы! Ух ты, прикольное, да, название? Вместо аниматросов... Тихо-тихо, Фокси, Фоксан! Есть! Ага, съел! Аниматрос! Ха! Прикольно, да, я придумал, ребят? Аниматросы! Курили папиросы! Ку-ку-ку-ру-ку-ку! Класс! Ха! Прикол, аниматросы! Эй, аниматросики! Ха! Вместо аниматроников, аниматросики! Чика обидится, скажет. Я вообще-то не аниматрос! Я девочка! Ты чё, мультипульти? Ага, вот так она и скажет. А Бонни скажет... Как же скажет Бонни? Вообще-то, сам ты аниматрос, понятно тебе, мультипульт? Ты чё вообще? Мы аниматроники, да? Они аниматросы, понятно? Аниматросы как трусы. Ха-ха, да точно, ребята. Бонни так и скажет. Ладно, сейчас я опять с вами договорюсь. Тихо-тихо, ребята, сейчас я должен продержаться вторую ночь. 2 часа. Сейчас, скорее всего, появится Фокси. Да, ребята, Фокси с карты. 3 точно, по-любому ждем Фокси. Ну, я надеюсь, что не Фредди появится, да. Так, ждем. По-любому будет Фокси. Я специально камеру навел. Чики нет, Бонни нет, Фредди нет. Один Фокси сидит. Ух, ждет, что я камеру отведу, как выскочит. Да, ребят? Ладно. Кстати, как только это видео выйдет, запомните. Выйдет видео, и часа через 2-3 выйдет еще один новый видосик. Понятно вам? Ну, я надеюсь. А если нет, то так... Тихо-тихо! Что-то там... Опять я с вами заговорился. А если нет, то тогда 8. Тихо, смотрите. Смотрите, Фредди пошел. Так, ждем его тут. А ну он или не он? Да, идет. Ой-ой-ой, куда? Ага, ишь ты. Мульти-пульти, открой. Это я. Открой, мульти-пульти. Ага, жди. Фигушки с маком. Ха-ха! Ребят, фигушки с маком, я его пущу. Я хочу... Тихо-тихо! Есть! И этот носится, ага! Ишь ты, с двух сторон меня хотят оккупировать! Ты смотри! Нет, ничего у вас не выйдет! Фигушки вам с маком! Даже без мака, мак мне! Вам просто фигушки! На фигушки получите! Фигушки! Знаете, что это такое, аниматроники? Аниматросы! Ха-ха!
Прикольное название. Они, наверное, будут обижаться, если я их буду так называть, они матросы. Ну и чё? Ишь ты. А чё они меня пугают? Пугают, значит, они матросы. Да. Так. Ладно, ребят, 4 часа. Я раскусил этих аниматросов. Там Фредди был, там Чика лезет слева. То же самое Быструн Фокси носится. Бонни пока нету. Видали, Бонни нету. Ух, этот Бонни, я его знаю. Он сидит. Он даже может 3 ночи не вылазить. Потом как вылезет, потому что его никто не ждет. Ну да, вот так вот я как вылезу, как крикну. И все. И ты проиграешь в мультикульте, да? Ага, я знаю. О, слышите, что он говорит? Какой он хитрый этот Бонни. Ну ладно, 5, ребята, я даже... Я опять с вами заговорился. Смотрите, 5. В углу 5 часов. Осталось совсем немного. Если я продержусь 2 ночи, то вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Играть мне в 3-ю ночь, в 4-ю и в 5-ю. Ну, 5 же ночей, Фредди, а? ФНАФ. Если напишите, если понравилось, конечно, я сыграю. Завтра или, может, даже сегодня вечером. Ну, короче, напишите. И побольше комментариев, побольше всяких разных, странных, прикольных, веселых, с вопросами. Побольше комментариев, друзья. Знаете, как вы пишете прикольные комментарии? Мне так прикольно с вами общаться, отвечать на комментарии. Да, а когда вы просто посмотрели, ну, это хорошо, конечно, я же рад. Но мне хочется с вами пообщаться-то. Да? Так, ладно, ребята, осталось совсем чуть-чуть, совсем. Я должен продержаться. Я побежду, победю. Короче, я одержу победу. Над этими аниматросами. Есть! Есть! Ю-ху! Я держал победу над аниматросами. Ха-ха-ха! Крутяк! Ну я крутой! Так, ребята, овернайт. Ну чё? 3-я ночь? Хард! Вот это круто! Ну все, продолжение в следующем видео. Вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Люблю, целую, ваш Мультипульти. Пока, ребята!